все хотели, просили, чтобы я сделал, ну не все, кто-то просил, чтобы я сделал видео по-русски. Ну, хорошо, вот ваш шанс. Как бы докажите мне, что... чтобы я больше делал. А я сейчас, я постараюсь это видео прямо сейчас загрузить после съемки. И сразу я смогу видеть ваши результаты. А и я по этим результатам приму решение. Мы едем на север, в Альбукерке, Нью-Мексико. И там я приню решение, если поехать на больше на запад, на Флагстафф, Аризону и Гранд Каньон. Хочете увидеть Гранд Каньон, я вам покажу. Я смогу. У меня мой первый iPhone сломался, этот работает. GoPro заряжена, Sony камера первая, что-то не включается, заряжаю ее, еще одна Sony. Короче, чем-то я смогу записать вам, показать Grand Canyon. Пока едем домой. Ну, это мне бы очень помогло, если бы вы помогли мне со зрителями. Я бы вам все показал, все рассказал. Ну, как сказать, по путешествию, да? Как бы мне бы было бы немножко выгоднее для моего канала. Это мне бы помогло бы, если вы хотите. Я могу больше путешествовать, больше вам показывать. Да. Это наш дом на колесах с мамой. Я маму взял с собой. Мы только что проехали пост. Border Patrol, мексиканский, техасский. Мы в Техас ездили, забирали прицеп. Там у меня он стоял год, ремонтировался. Этот дом на колеса мы купили год назад. Вот он такой. Это 372 модель Peterbilt. Очень редкий. Их только 770 сделали. Это 89 год. Он это, в тех временах, в 80-х, был кризис топливный, поэтому они решили сделать самый обтекаемый, экономичный трак, который могли сделать. И сделали вот такой дизайн. И это последний, как бы, cab-over. Ну, cab-over уже начали без носа вот такие... меньше и меньше делать. Никому он не понравился, да, американцам нравится с носом. Классический вид Peterbilt трак. Поэтому они называли этот шлем для футбола. Football helmet. Он вот так немножко похож на шлем от футбола. Так из-за результата этого, да, что никому он не понравился, с 89 до 94 таких только продали 770 или 700. Ну, пишут 770, это как бы, почти, наверное, правильная цифра. Потом, я один раз такой же видел на гонках, и на моем другом канале я сделал фото, где там было фото другого. Кто-то вот так вот взял, из них сделал супер удлиненную раму, супер стретч. Из них сделал дом на колесах, который можно брать на гонки. Эта компания называется Canapia с Калифорнии. И поэтому у них такой бампер кастом они делали для них. Они, короче, переоборудовали таких, я не знаю сколько, но, наверное, единиц. Ну, очень мало, наверное, единиц. Меньше 10. Это одна из них, этот трак имеет очень историю такую гоночную, много наклеек. Это самый последний хозяин, Mercier Racing, вы, может быть, видите, он лодку тянул. Ну, короче, MTX, NFAB раньше был прошлый хозяин. Это у меня подкуривать это. Я холодильник подключил, чтобы генератор не мотать. На нем генератор,
Вот тут бензобак отдельный для генератора, вот такой вот. Вот такой вот, открываешь вот это Shore Power, домашняя розетка. О, надо почистить. Короче, вот он генератор. Вот такой вот, кнопочку нажимаешь. Вот там в баке должно быть полно. Вот, стартуешь его. Вот два аккумулятора, на котором дом работает, приборчик. Раз, показывает, сколько в аккумуляторах. А, провод не подключен. Короче, вон, немножко подсевший, можно их подзаряжать. Кабеля нету, вот, the Shore Power, так что не знаю, без него обхожусь. Ну, мне некуда втыкаться. Я генератор завяжу, заводишь его, кнопка вот тут можно заводить или снутри, и полчаса хватает, чтобы кушать сварить и нагреть всю воду. Горячую воду в доме. Вот тут один титан, ну, в доме еще два. Вот он. Так что за полчаса все три титана, все три горячие water heaters. А ну-ка, да, тут она тепленькая. Ну, за полчаса генератор, это черная вода, это прям с унитаза вниз, раз туда. Да, нержавейка снизу. Так что за полчаса он нагреет всю воду, можно ужин сварить. И вода горячая. Можешь его выключать и водой горячей помыться в душе. Этот прицеп, я думал, немножко неудачно. Он не полный стекер. Он один фит ниже. Я вот думаю, на нем поднимать крышу или нет, как раз. Он такой попался, ну, что надо крышу ремонтировать. Очень удачно с этим. Да, я думал, очень хорошо он будет смотреться. Он и так смотрится супер с этим. Мне очень нравится. И он тоже, юбка нержавейка. Он, короче, упал на тот набок, на тот бок. И вот эта ось была согнута. Поэтому я не мог его домой тянуть. Он косо ехал. Короче, и на них у всех, на акшенах, у них у всех, и у этого тоже цепи вырваны были. Их, короче, за пикап зацепляют вот так вот. Короче, видишь, ударенный тут обшар. Пахнулся и улетел, и в нем была мебель. Кто-то, наверное, сестренку перевозил или что-то такое. Короче, эта дверь зажата, она плохо открывается. Но он улетел у них и... согнул две оси, а я вот тут сейчас новые стоят, две. Он улетел у кого-то и упал на бок, и вот такой damage, прочесал он эту сторону, но к моему удивлению, он еще остался таким квадратным. Эта дверь открывается, это видишь, фонари перекошены, этот фонарь улетел. Короче, розетку. Ну, Renegade хорошая фирма. Его, потому что... О, смотри, отражательную ленту они поставили под низом. Да, отражает. Эта дверь открывается вот раз. Вот так вот. И все, мотоциклы на гонках или four-wheeler, что хочешь. Ребёнка тут была, аккумулятор. Тут, наверное, кабинеты были от шурупов, да? И вещи ставились. Вот это две оси, которые поменял. Одна вроде не сильно погнута, а другая... Вот тут спиндл вообще косо видно. Вот такой прицеп очень мощный. Вот видишь, крыша еще надо ремонтировать. Короче, тут было все так за... Да, засарено мебелью. Короче, кто-то переезжал. И это, к удивлению, он еще остался квадратный. Вот свет включается, а? Lights. Cool. Еще работает. Да, вот такая железная одна усилительная палочка. И тут. Короче, да, надо ремонтировать.
Немножко я попал, я думаю. Ну, это как бы ремонтируется. Но, man, it's a lot of work. Много работы. Но возможность есть его подремонтировать. Может быть, крышу еще на один фит выше поднять. Как вы видите, это будет много работы, но хорошая возможность, чего начинать. Вот это решение, которое мне надо принимать, думать, поднимать крышу или нет. Я хотел сюда подъемник ставить, знаете, как лифт должен. Я думал, тут стоял, когда я на фото увидел вот эти две. Я думал, это было печать от палки, которая стояла. Ну, не оказалось то. Тут никогда не стоял подъемник. Я не знаю, сколько это высоты, но это, наверное, два раза больше, чем я. Не два раза, но... Короче... Да, магнитофон улетел у них от стенки. Куча проблем. Но потенциал есть. Вот тут розетка тоже, можно от генератора пользоваться электричеством. И значит, как бы на нем мне осталось две гоночные машины и эти бочки налить полное топливо и... Опа! Что-то он так делает. Да. Короче. Ну, нормально, закрывается. Он такой мощный-мощный. Ося были тут 3 на 7. А оказывается, когда я приехал их заказал ремонт, они сказали мне, у тебя не 3 на 7. А 3 на 8 тысяч каждая. И они унижены. Ну, уменьшены на наклейки. Видишь, рама хорошая, все такое черненькое, красивое. Подшипники прохладные. Резина такая. Пойдет. Так они делают меньше, да? Тут на наклейке должно быть написано, но оно все уже состарилось. Тут должны 65-е колеса, а у меня 85-е стоят. Поэтому так высоко стоит. Что тут еще написано? Я не могу разобраться. Надо новую наклейку. Короче, на этой наклейке будет написано 3 на 7. Они не 3 на 7. Они 3 на 8 тысяч каждая. Это специально делают, унижают КПД, как сказать, чтобы их могли зацеплять за маленький пикап, трак. И вот их постоянно зацепляют за пикап-трак и улетают. Он и так у меня может улететь. К этому зацеплен. Когда ветра большие тут на западе, тут хорошо дуют между гор. Так что да, желательно что-то загрузить в него. А то может он улететь и... Короче, такой план. Я знаю, прочитал, что вы хотите посмотреть внутри моего дома. Я бы рад пригласить вас, показать вам все. Но в другое видео. Тут уже слишком много. На память моего отца Влад, моего знакомого, который ни с того ни с сего раз и умер, машины возил. И Михай, Святослава, друга. Все, на память будем гонять гонки ради их. Тут полировал колесо. Тут надо еще дополировать, короче. Вот такое дело. А, там вода. Короче, вот такая вот штука. А ну-ка сейчас проверим. Что тут?
они уходят. Я поменял на нем масло, поменял фильтра. Опа! Фары я на бок их направил, чтобы это не разбивалось камнями. Это у нас называется серый бак. Мама стиркой стирается. Надо его выпустить, а то это вся вода, которая со стиральной машины, с душа и из умывальника выходит. Половина полная. Можно чуть открыть. Вот. Можно его сливать. Просто так. Глушитель. Тут капает с бака. Я вчера заправил. Вечером полный. Почти полный. А вот посмотрим, сколько. О! Он, этот бак, 100 галлонов. И там еще один внутри, который этот соединяется. Короче, делает 200 галлонов. По-вашему, это сколько литров? 800 литров. 700 литров. Короче, когда вода надобывается, этот насос автоматически включается, когда давление маленькое. Так что как в настоящем доме. О, смотри. Можешь помыть руки. Вот так. Видишь? Помыть трак. Глушак помыть. Чего хочешь. О, они, с ней аж пар идет. Короче, лей сколько хочешь на землю. Даром заправляет. Короче. Даром на заправке можешь, кранику подсоединяешь. И вот сюда заправляется. И все, и это подача на... О, видишь, трясется моторчик. Он сам включился. Давление набирать. Вот такой вот. Вот такой дом на колесах. Ну что, едем дальше. Вода пусть вытекает. Можно полностью все вылить. Я люблю. Не знаю, что-то такое, что... Мне такое, мне что-то нравится, чтобы вода выливалась, пока едешь. Какой-то такой прикол мой странный. Да, вот такой, вот такие приборы тут. Короче, задний мост, передний мост, коробка, топливо. Тут переключаешь левый, правый бак. Вот один бак, вот второй. Воздух. Когда давишь, воздух. Температура воды тепленькая. Масло, давление. Вот что-то оно мало, да? Не надо, чтобы он на холостых работал. Вот такое дело. Сиденье наклоняется, я с наклоненным сиденьем ездию, и руль удлиняется, все, ноги можешь ставить наверх и ехать на нем как это. Как... Он реально очень далеко, лобовое стекло. Такое чувство, что это, короче, далеко. Ну все, да, дайте мне знать, если в комментариях, ехать на Grand Canyon или нет, я вам покажу, влог сделаю.